И сегодня врача что говорят? Врача узнали сегодня, что ровно 24 месяца ребенок обязан плакать. И от первый момент, если он не плачет, он не здоровый ребенок. И Гмара уже пишет, почему ребенок плачет, когда он родился. Потому что мы думаем, как мы делаем, какой был он умрет еще? День, два, год, 70-80 лет он умрет, что ты радуешься? Ребенок плачет, когда мы все мазалу гердош, мазал то, ой, мазол, мазол, мазол. Он умрет. Он родился, чтобы умирать. И он будет жить, чтобы пройти испытание. Ребенок умнее, чем мы радуемся, когда он родился. Ребенок плачет, он понимает, я пришел сюда пройти испытание. Пройти нелегкая жизнь. Все говорят, о, Барух Ашем, он вышел к свет. Какой свет? Этот мир, это самый большой темнота. Гмара пишет, ребенок внутри в животе учится Тора 9 месяцев, и на его голова есть нер,